Работая в краевой больнице, особенно в последнее время, именно руководя приемным отделением, получаешь некий срез той ситуации, ну, которая вот складывается во всех регионах Красноярского края. Потому что куда-куда именно в приемник все больные поступают. Они поступают и по санавиации, они поступают и самообращением. Поступают таким образом, что люди забирают своих родственников, привозят их туда, да, и говорят, что, к сожалению, мы ничего не можем получить на месте, лечите нас здесь. Но в то же время как бы есть вторая сторона, та самая больница, да, третий уровень, как бы, почему мы должны лечить какие-то там патологии нашего профиля. Ну, в общем, начинается сложность у пациента, начинаешь его пристраивать, договариваться и так далее. Конечно, девиз краевой больницы очень правильно сформирован. Механизм человечности, ответственность. И как бы в этих трех словах выражается подход к пациенту. Каждый из нас, когда шел в профессию врача, может быть, не понимал сразу как бы этого, может быть, потом понял. Но без пациентов мы, как бы, в принципе, не нужны никому. То есть наша задача только одна – это лечить людей. Другой задачи у медицины вообще не существует. Вопрос, как лечить и где лечить, как бы тут уже по ситуации. Где работаешь, там и лечишь. Где находишься, там и лечишь. И исходя из этих помыслов, собственно говоря, трудовую жизнь свою я и строил. Поэтому пациенты были разные, пациенты были и в травматологии, пациенты были и в приемном отделении, пациенты были и в Еруде, Северо-Енисейский район, на горно-обогатительном комбинате. Пациенты были и на универсиаде, иностранные, которые обращались за помощью. Но задача одна – оказать помощь и сделать это максимально качественно, прежде всего, чтобы не опозорить свое собственное имя. Потому что оказывая помощь пациенту у всех, у каждого, под каждым дневником стоит фамилия и роспись. И всегда же возникает вопрос, а зачем, ну, вот, с краевой больницы ты поехал в район? Ведь коллеги по-разному к этому отнеслись в самом учреждении. Кто-то, ну вот, молодец, давай. Кто-то говорит, как бы, ну зачем, там все устроено. Но вот работая в приемном отделении, я понял, что если мы не будем работать там, где живут эти люди, ну то есть в межрайонных больницах, прежде всего, потому что это основной стол, в районных больницах, то они все поедут туда. И, к сожалению, все они там помощь не получат. Поэтому без работы здесь мы помощь оказать не сможем. Поэтому я сюда приехал с одной целью, чтобы пациенты получали помощь в том объеме, в котором им положено получать, не выше. Надо понимать, что не научно-исследовательский институт Атинская межрайонная больница, вот, но и не ниже. Максимально качественно, насколько это возможно, и максимально душевно.